Ну, дорогие друзья, скоро наступит 2022 год. Опять на Новый год пишу стишок. И в голове перебираю дни и лица. То ли за здравные, то ли пасашок. Мой тост до дна в техасской загранице. Ну, для меня год был почти удачным. Модерна, Ереван, Джермук и Сочи. В июле прервала свой отпуск дачный и на ремонт вернулась в Хьюстон срочно. А в августе умчалась от жары в швейцарских Альпах с внуками и дочкой. Озера, парки, вина и сыры. А бархатный сезон на пляжах Сочи. Поди хреново, но пора домой. Теоретически ухаживать за мамой мужа. Домохозяйство – крест рутины мой. Выслушивать, стирать, готовить ужин. Опять пеку хлеба, опять вяжу. Да одури! Себя держу в клубочке. Семью храню, на спицах ворожу. Себя храню для внуков, мужа, дочки. Я верю, Новый год изменит мир. Уйдут все страхи, карантины, коды и творчество. Единственный кумир вернет нам равновесие природы. Желаю вам здоровья и добра. Друзей, компаний, море по колено. Приходит Новый год. Кричим «Ура!». Я вас люблю, ребята, ваша Лена. Или как в прошлом году и год накануне прошлого. Конец стихотворения был: любви, надежды и добра, всего, чего б не попросили, Техасу говорим ура, а тост поднимем за Россию. С Новым годом, я вас люблю.